Столетия назад реклама на Западе уже была широко знакома и известна покупателям, а в Советском Союзе она лишь зарождалась. У ее истоков стоял знаменитый тандем Владимира Маяковского и Александра Родченко. Познакомиться с их работами ульяновцы могут, посетив выставку «Маяковский-Родченко. Революция в искусстве» в музее имени Ивана Гончарова. Выставка приурочена к столетию Великой Русской Революции. Яркие образцы искусства конструктивизма Гончаровскому музею любезно предоставил его коллега, Государственный музей Владимира Маяковского. Люди, которые встретились в 20-м году благодаря Лили Брик, потому что именно Лили Брик отправила Маяковского знакомиться с известным фотографом, у которого она хотела провести фотосессию. И именно вот эта случайная встреча и дала уникальный творческий продукт. И именно этот союз имеет свой бренд. Маяковский-Родченко, реклам-конструктор. В экспозиции рекламные плакаты, упаковки кондитерских изделий, афиши, обложки книг и журналов, а также реконструкция костюмов по эскизам старшей сестры писателя Людмилы Маяковской. Успех мероприятия налицо. В день открытия помещение еле вмещало желающих посмотреть работы известного дуэта. Продлится выставка до 26 апреля. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.